В центре внимания решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в марте 2018-го. О нем российский лидер объявил накануне вечером на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода. Этого заявления главы государства ждали давно. Владимира Путина не раз спрашивали, пойдет ли он на выборы, и вот ответ получен. Что говорят об этом политологи и простые люди? Мнение собрал Дмитрий Кочетков. Сегодня автозавод ГАЗ, отмечающий 85-летие, в неплохой форме. Заказов достаточно, с конвейера сходят по 400 машин в день. Как раз накануне выпустили две новые модели для малого бизнеса. Так что здесь никто не сомневается, что президент выбрал самое правильное место. Заявление о том, что Владимир Путин пойдет на выборы, прозвучало на митинге по случаю юбилея завода в одном из самых больших цехов – контрактной сборки. Спасибо большое. Действительно. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, к предприятию, к городу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится. Благодарю вас. О главном политическом событии дня первыми узнают не политики или журналисты, а нижегородские рабочие. Информационные агентства сообщают новость о выдвижении Путина спустя несколько секунд. ГАЗ действительно один из самых крупных сегодня, одно из крупных промышленных предприятий. С большим коллективом и с достаточно понятной перспективой. Поэтому, наверное, мы внимания такого заслуживаем. А Путин самый сильный. Мы ему верим, доверяем. Он заслуживает доверия своими делами и поступками. Встреча с рабочими на успешном предприятии, с местом все понятно. А вот как со временем, почему так долго сохранялась интрига? Соперники Владимира Путина уже объявили о своих планах. Кто-то осенью, а кто-то вообще в начале года. Но стартовали они, похоже, раньше срока. Политологи предсказывают короткую избирательную кампанию без неожиданностей и серьезных скандалов. Президент, как правило, старается максимально долго сохранять для себя свободу маневра. Пространство маневров принятия самых разных решений, и этого решения в том числе. Второе, он, как самый сильный, основной кандидат, нацелен на проведение короткой, динамичной кампании. И не хотел ее так неформально удлинять ранним объявлением своих намерений. Скорее всего, кампания будет довольно спокойной, потому что менять в корне ее Владимир Путин не будет. Другим кандидатам придется очень постараться, чтобы не выглядеть бледно на его фоне. Как считают эксперты, в основу программы Путина на предстоящих выборах войдут решения социальных проблем, борьба с коррупцией и, конечно, прорывные экономические и инфраструктурные проекты. Речь идет об освоении Арктики, речь идет о силе Сибири, речь идет о строительстве Крымского моста и о включении Крыма в полноценную жизнь страны, дотягивание его до российских стандартов. И инструментом в этом, вот, в этой работе выбран обновление управленческого потенциала страны. Конкурс «Лидер России», который сейчас идет, замена губернаторского корпуса. Это цифровизация так называемой экономики, это опора не на элиты, а на мнение населения, непосредственный диалог между народом и президентом. И это, конечно, уверен, то есть желание его сделать так, чтобы все те позиции, которые получила Россия за последнее время, в том числе и международные, они не были потерянными. Еще один важный вопрос: кто будет руководить избирательным штабом Владимира Путина? Именно от этого человека во многом зависит ход кампании. Глава государства пока не назвал фамилию. Также пока неизвестно, будет ли меняться список доверенных лиц. Дата голосования известна — 18 марта. По закону в первой половине декабря Совет Федерации должен еще принять постановление о назначении президентских выборов. Регистрация всех кандидатов в Центр избиркоме завершится 9 февраля. Дмитрий Кочетков, Валентина Соловьева, Алексей Матюшкин, Кирилл Зотов, Первый канал.